Приветствую всех, друзья, с вами Сквайр, сегодня со мной Бест, и мы вот после отпуска решили вас порадовать трансляцией. На чем будем летать и как будем летать, ну я как-то даже сходу и не могу сказать, единственное, что хотелось бы все-таки что-нибудь немецкое, что-нибудь более позднее, чем Эмилия и прочее. Как отпуск, сразу спрашивает Горбатый, что там с тестированием СБ, все по очереди, все постепенно расскажу, всем привет. Кнопочку, вон там, нижняя, да. Ну-ка. Всем добрый вечер, друзья. Ура, ура, Бесту теперь слышно, ура. А что же, кончилось или самое начало? Самое начало, вот так внезапно на самое начало пришел просто керосин. На самом деле, сегодня, ну, вы уже знаете, что ни один стрим не обходится без настройки, перенастройки чего-либо. Сегодня у нас звук идет совершенно по-другому, да, Роуд 40? Звук игры будет у нас сегодня иначе совсем работать. Я надеюсь, что все будет хорошо. И в Дискорде просят включить микрофон. Сразу же. Вот. А у нас есть кто-нибудь, кто был на московской встрече? Тогда они сразу узнают эту футболку. Да он, Макс, по-моему, был же на московской встрече. Это он сразу и пишет, что да. Да. Знаменитая футболка с московской встречи. Все ее подписывали. И всем спасибо, кто приложил, так сказать, руку. Руку. Или чем мы там еще рисовали? Рукой. Мы рисовали руку. В общем, 3.7-4.7 сегодня. И, наверное, вот стоит... Чуть извиню. Стоит, наверное, начать с Фридрихов. Вот как-то я их даже поставил я в слот. Да, 3.7-4.7. Фоки поздние, Густав 6, 410 просто ради разнообразия. Вдруг захочется полетать. Я не тот Макс, ничего страшного. И где же мы полетаем? Вот в чем вопрос. Потому что вариантов наверняка будет много. Немцы очень популярны. Набор, вы знаете. Здорово, Фокси. Забегай, увидишь. В любом случае увидишь тесты. Прогульщик. Мы соскучились. Соскучился. Что он сказал? Соскучился. Антон, мы тоже соскучились. Рад тебя видеть, да. Да, Антошка, да. Давай спасибо с нами. За поддержку. Так, 2 и 3. Не, нам все-таки нужно вот или противостояние РУР, или операция Норвегия. Красивая карта, черт возьми. Вот красивая карта. Тем более там я вижу, что очень много, ну, 6 человек союзников и, собственно, очень мало за страны оси. Может, мы туда ворвемся пока, в Норвегию? Она такая, долго лететь до... боя, но в целом дальше уже поинтереснее. А почему опять немцы? Мы наоборот вчера все посмотрели и увидели, что немцев не было давно. Если посмотреть на канале, что зачем выходило, немцы последние были, если я не ошибаюсь, 110-ка. Одна лишь 110-ка. Но это немцами как-то сложно назвать, мы просто полетали, посмотрели, что это такое. Так, Норвегия за команду Б. Давайте попробуем, подключайтесь туда. Вопрос один имеется. Классный вопрос у тебя. Кама на фок не дал. Вот Фокс. Как же так-то? Сейчас бы вот с твоим Кама бы летали. Красивым. Наверняка красивым. Катушкой ударил. Ой, у нас тут вечерочек такой. Ну и ладно. Давайте начнем сразу по хардкору с Фоки. Ну потому что Фоки все любят. И условия обсудить. А что с условиями? Условия медикалей? Да. Ну, наверное, как обычно. Предлагайте ваши условия декали. Мне кажется, что стандартный вариант. 1-1, 1 к 2, 1 к 3. 1 к 3. Стандартный вариант. Да. Ну, я, Квар, знаешь, я настроен. Нифига себе. На самом деле, я настроен на... Антон пишет вообще 1 к 5. Предатель. 1 к 3. Здорово, Андрей Харт. Андрей, привет. Где моя фирменная собачка? Собачка. Ладно, давайте попробуем Фоку. Попробуем ее. Дентер, с ума сойти, привет. Я тебя 100 лет не видел. Здорово, Макс. Всем привет. Так, 2 30-ки. Взять еще или не брать? Вот в чем вопрос. Не знаю. Ладно, давайте возьмем чистую Фоку пока. А, нет, тут стандарт все-таки. Ладно, будем всех карать. Поехали. Карать? Карать, да. О, красота. Ну, 1 к 5?
Не-не-не, один к трем. Один к пяти, это что-то как-то... А что-то никто не голосует. Один к пяти, он хамелеон вообще перестает. Ну, не знаю. Мне кажется, как-то один к пяти слишком жесток. Стрима давно не было. Так мы в отпуске были. В отпуск мы ездили в Испанию, в Барселону и Валенсию. Очень, кстати, классные города. Если кто не был, то очень советуем их посетить. Вон Фокси пишет один к трем. А у нас базу уничтожили, да? Ладно, ладно. Привет, Владимир. Я сегодня буду здороваться за Сквайр. Да-да-да. Всем привет, друзья. Периодически заглядывать в мониторы и здороваться с вами. Мы не успели поужинать, кстати. Как обычно. Летаем на голодный желудок. Еда приедет, но чуть позже. Можно по харду 1 к 10, ну нифига себе, 1 к 10 это здорово. Бебз. Сквайр всегда так старательно уговаривает этот ник. А вот есть Бебз, и есть еще, знаешь, такой зритель, давно я его уже не видел, архитекча. Мы недавно с тобой это слово по-английски проходили, вот да. У тебя еще любимое слово библиотека на английском. Ой, все вот эти библиотеки, феврали, которые январи, фебрури, дженнибрури. В Барселоне успели побороться за независимость. Нас в аэропорту тут же тормознули, как увидели флаги Испании наклеенные на чемоданчики сразу. А что это у вас там? Я так старалась, я... Завязывала ленточки цвета Испании. Нас тормозили просто на всех этих эритроскопах, да? Так не называется. Ничего себе слово. Я такого и не знаю. Ну, те, которые чемоданы просвечивают. И мы с Женей как самые-самые опасные террористы. Ну, это им почему-то казалось подозрительным. Я не знаю почему, но... Палыч, привет. Мирослав, привет. В Рим? Нифига себе, в Рим. Холёный стал. Какие мы толстые приехали из Испании. Это ужас просто. Там очень вкусно. Очень. Что за контакт? Фока? Фока. Антоха. Антоха вот нашел главное. Ты... А, вон, там дымный летит. Пойдем его отпинаем. Попробуем. По крайней мере, попробуем. Это явно... Всем привет. Или B-25, или что-то вот такое. Снизу его попробуем. Атаковать тут облачность наверху, поэтому... сверху его не пробить никак. Может и не понадобится моя помощь, если он только сам разберется спокойно. А, тут не только Антох, тут еще дух. 113 еще подходит. Все хотят сбить бобра. Стреливается? Стреливается. Так. Почти сравнялись. Попробуем. Ай-яй-яй, увидел он мой заход, пошел сразу же вниз. Я сейчас быстренько-то нарвусь на браунинге-то, а? Как-то поосторожнее все-таки. Но я надеюсь, что он сейчас не только на мне фокусироваться будет, поэтому можно и рискнуть, так сказать. Я себе. Все, сбили. Ой-ой-ой. 113-й, это не я тебя? Нет, это дух. Дух тебя убил. Че ж вы, ребят, своих-то бьете? Хвостовое управление, это хорошо. И... Нифига не вижу, поэтому отверну, но уже горит. А, стрелок противника без сознания. Значит, можно поближе попробовать к нему подобраться. Тягу сбавим. Так, без таранов. Без таранов.
как красиво все подсвечены, закатывают. Да-да-да. Такие прям эффектные самолетики. Так, закрылочки, и попробуем на него вот отсюда, с видимой зоны, так сказать. Хорошо! Хорошо. Закрылочки я уберу, чтобы не отвалились. И еще одна атака. Вот так. Все. Долго мы с ним провозились, и несмотря на то, что у нас фоки, с фоками надо, конечно, побыстрее, надо разгоняться теперь. Атака на меня. Отлично. Сейчас за Фокси, если он пойдет, я буду помогать. Так. Опа. На Фоке, конечно, крутиться. Блин, Антоха, 2.06 у тебя. На Фоке хорошо бы не крутиться, но я... Академическое сбитие бомбра на какой-то. Академическое? Не пойму, на меня вот он заходит или не на меня? Вот если не на меня, то, то крутиться повод есть абсолютно точно. А если на меня, то... То зря я это делаю, друзья. Ух, как як этот хорошо попал. Сейчас Антоху сбил. Просто за секунду. Надо разгоняться и бежать, короче говоря. Здесь уже... Здесь уже, к сожалению, я не смогу против яка так выкрутить легко. Хорошо, Фокси, тоже разгоняйся. Здесь их двое. Нет. Один. Бобер, кстати, вот... Да, Максим заметил... Верно, бобер правильно вел себя, потому что он уходил в тучки. Блин, Фокси, у тебя там 6. Плотная 6. Хамелеону, конечно, побеждать. Есть. Пока мы просто летаем. Ага, спидфайр. Спидфайр надо пропускать. Он пропустился. Побеждать мы будем чуть попозже. Блин, а их двое. Лайтнинг. Давай. Я люблю лайтнинги стрелять, не спидфайр. Спидфайр любит меня больше. Ладно, на Фоке это дело понятно. На Фоке это абсолютно дело понятно. Давайте возьмем густого без, соответственно, подвесного вооружения. Будет у нас чистый вариант с тридцаткой. И на скорости. На скорости мы постреляем. Я сейчас музычку вырублю. Так вот. Поехали. Не, ну все равно неплохо. Ну их-то я сбил. Не, ну вдруг будешь говорить, что я тут. Нет. Я учитываю месяц перерыва. Правильно. Зрители, наверное, тоже учитывают закат, рассвет и ядерную карту. Нам самим, друзья, это выглядит красиво. Мне нравится, как выглядит. Мне кажется, это на любителя. Кому-то не нравится. Но тут, собственно, при подключении к сессии это все видно. Если мне нравится рассвет, закат, не подключайся к такой сессии. Их полно. Для немцев так вообще там выбор. Невероятный выбор. Что за ядерные карты? Ну, это что-то какое-то такое пошло внутреннее название. Не знаю, некоторые игроки называют так солнце. Оно ядерное. А где он летит? Кто? Тебя спрошу. На Норвегии. Фьорд. Нет, это еще не фьорд. А Максим пишет, что он не перестает. А тут снова. Да. Тоже кому-то нравится, кому-то нет. Всем не нравится. Привет. Джойстик все тот же самый. Пока да. На самом деле джойстик сейчас ожидает, собственно, появления двух вариантов. И оба эти варианты с твистами. Это или ВКБ с твистом, с модулем, или джойстик, который вот. Как он правильно? Как он правильно назывался? Я уже забыл. Какой? Я уж название забыл. Мангуст. Спасибо. Когда почти. Ты знаешь этот ответ на этот вариант. Ответ на этот вопрос ты знаешь.
скорости 500, но с движком не все. Не все так хорошо, как хотелось бы. То есть в случае чего мне придется, наверное, уходить наверх. Сейчас попробуем туда вот сигануть. Спрашивают, можешь ли ты показать, насколько у тебя выставлен звук двигателя? Да, могу. Там пока сбили бы 25-го. Вот такие настройки звука. Своего двигателя, эффекты общие. Общие я чуть даже прибавлю немножко. Не так давно, вы помните, настройки своего двигателя вообще не было в игре. Ее убирали. И с одним из последних патчей ее вновь вернули. Ну, по одной простой причине, что на лайве, не только на лайве, были модификации звука, которые позволяли двигатель свой убрать. Ну и вернули сейчас, типа, ну если вы хотите, вы можете сами его выключить. Правда? Сергей, привет! Ты сегодня даже дома? Ты даже нас сегодня смотришь? Сергей, да. Всем привет, Ирена, привет. Феликс. Ирина Симби недавно стримила карты. Карты. Как эта игра называется? Я не очень разбираюсь в этих играх. Видел, что стрим таки был. Я думаю, что Сквайр не признается, что будет на Новый год. Нет, не признаюсь. На самом деле все проще. Многие игроки уже так делают, я вам тоже советую. Просто откройте, что было в прошлом году. У вас будет примерное, как правильно сказать, представление, что в новом году в принципе ожидает. Какие акции, какие скидки. Но, как мне кажется, каждый год акции и скидки лучше, интереснее, лучше. Но подробности узнаете из новостей. Да, Сереж, ты попал на живой стрим, и все что-то жалуются на звук двигателя. Что такое? Газонокосилка, тележка из супермаркета по асфальту. Это вариант звука. Так, мы уже подходим, в принципе, к точке, где можно встретить противника. Вот здесь. Это я для товарища, который со мной летает. Снизу три контакта. Сейчас мы туда. Игра про карты Хардстоун. Возвращаясь к стриму. Вот это хорошо. А про Хардстоун, ну, я видел, но нифига не понял. Не мое это дело. Так. Снизу три контакта. Кто за кем? Вот вижу трассера, по-моему, красные, да, были трассера. Ахара, Алекс, всем привет. И Дмитрий, привет. Кто вот это? П-47? Пока. А мы? У меня есть одна задумочка, она, я думаю, коснется только мальчиков зрителей, ну, большинство. Что-нибудь придумаем, но стрим будет 23 декабря, не на самом деле. Так, вроде должен был хорошо сейчас пройти по этому мустангу. А он Антоха 23-го переезжает. И переезд это дело хорошее. Якорь. Тоже чуть-чуть его чиркнул. Все перегрелось, но... Надо драпать в тучку. Драпать в тучку, чтобы потом развернуться на запад. И вывалиться из тучки где-нибудь над противником. А в тучке можно и остудиться. Пишут, что если смотреть... стрим не на компьютере, очень неестественные цвета. Да? Похоже на апокалипсис. Есть предположение, я могу сейчас быстренько исправить, чтобы цвета были. Нет, ну ты же
карту ты не исправишь. Не-не-не, ты исправлю, смотри. Оп! Вот цвета теперь не на апокалипсис похожи, а на что-то более-менее нормальное. Приглушил? Да, чуть приглушил. С этими на... Опа, у меня 6 оказывается. С этими настройками раньше стримил, потому что... Слушай, он меня в тучке просто видит. Ты видишь, что сидит в Good Game, насколько я вижу. Ой-ой-ой. Сейчас меня так собьют. Я тут есть тоже написала, Ирина. Так, по приборам. Опа, я закрылочку потерял. Далековато, но напугал. Блин, вот из-за него пришлось мне сбросить свою высоту и скорость, но грамотный человек поступил, грамотный пилот. Надо обратно пытаться выходить. Logitech Attack 3. А, Republic. Даже не знаю, как это сказать. Возможно, тебя успокоит, что на таком джойстике я 4,5 года летал в L2. И даже кого-то сбивал, но, честно говоря, это были попытки. То есть я бы не назвал это такими удобными полетами. Блин, если он один, это ладно. А если их опять двое, трое? Закрыл потеряны. Ага. Кажется, так лучше сказать. Так лучше, в смысле, по цветам? А, ну, спасибо. Хорошо. Александр Санник, привет, земляк. Привет. Ну, Саня. Ох, подвис я как вообще красиво для этого яка. Жив, цел, орел. Давай еще разок. Мимо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все-таки повредил он меня. Молодец. Молодец, Ставрополец 26. Тяжеловатые самолеты. Густые? Поздние, поздние. Поэтому я беру свой любимый самолет. Без, на этот раз, без подвесного вооружения. И надо как минимум двух. Репаблик, ну и выкидывай его. Что ты мучаешься? Вел несколько самолетов, на каких нервов? Да, ты знаешь, там сама палка, она, не скажу, что плохая, вот из тех бюджетных, из которых вот по той примерно ценовой категории можно выбрать, она неплохая. А там, если я не ошибаюсь, это Атак 3, да, у тебя там, он еще без твиста, то есть в нем нету твиста руля направления. А это, ну, практически нереально. Ну, то есть, блин, вот, ну, нереально. То есть это можно сбить случайно в проходах или какую-нибудь прямо летящую цель, которая не маневрирует. Вот тогда да. Ну хожу. Да не, сейчас все будет норм. Сейчас вот Фридрих, он даже несмотря на то, что его рейтинг у него ниже, вот он против таких яков и в таких боях вот не дал бы я сейчас яку себя сбить третьему. Он бы просто смог удрать. Вот все, что он смог бы сделать. Потому что тяжелые самолеты, у них надо работать парой. Ну и с такой вот облачностью сложнее работать одному. Потому что уходишь наверх, пытаешься наверху как-то там подвиснуть, перевисеть его. А в итоге не видишь ничего. Приходится переворачиваться раньше и вот, ну а дальше увидели. Поэтому я все-таки на Фридрих сейчас ставлю, что... даже противник, которого я к себе подпущу, я смогу его пропустить или перекрутить. Даже несмотря на эту бронеспинку. Глорум, я ничего сейчас заранее про Новый год не скажу. Он, Палыч, говорит, займись игрой. А то стримлю целыми днями, игрой вообще не занимает. Танк, привет, спасибо. Так, у нас там кораблики атакуют. Это фигово.
Мерит? Стронг Раша еще. Здорово, Стронг. Так, сейчас попробуем. Не знаю, бобра, конечно, на Фридрихе, вот, блин. Был Густав, была Фока. Не было бобров. Теперь вот B25 пришел. B25, а я без подвесок. Но деваться некуда, надо пытаться их забивать все-таки как. Проходами. Под пузо, не висеть на стрелках. Вот это вот все. Но пытаться сбивать. Вот, пока он идет, пикирует в лоб, можно попробовать его. Ах, от меня он. В этом борще, но это, конечно, замечательно загнул. Мне нравится эта игра, Дима. На стенке, к сожалению, народу мало. Я вот с удовольствием летал на ней, когда было хотя бы там 6 на 6, 7 на 7. Когда там 2 человека, у тебя 5 филдов, ну, на линии фронта. И ты так, клево. Ну, я откровенно говорю. Так, да, там здорово. Так, не знаю, попробую. Блин, перегревы уже дикие. Дикие перегревы. На опережение попробуем. Идем вот сюда в сторону. С набором. Сравняемся и попытаемся сверху. Блин, с перегревами, конечно. Так, это его тень. А, вот же. Уворачивается товарищ. Ну что, молодец. Молодец. Ну, он еще дух подошел. Ну давай вместе потом. На скорости. Пока. Или все, или он без хвоста. Да. Дикаль. Это дикаль. 3 сбитых. Не так быстро, как хотелось бы. Но все равно. 3 сбитых. Сейчас на стенке 7 на 7. Да, 7 на 7. Звук самолетов уменьшили очень сильно. На самом деле, Стронг, я знаю, что не последнее изменение баланса звука было. Все-таки будут. Микрофоны. Сюда. Дикаль. Это хорошо. Тогда он уже в землю втыкается рядом с танком. Не знаю, может из-за того, что многие игроки настолько сильно ругались, что вот. Такой грохот. Но вот то, что я знаю, я говорю. Будет еще балансировка звука. А у нас, кстати, база-то, походу, последняя. У противников последняя, да? Коля, мне кажется, привет. Антон уже должен вылетать на бобре. Что-то мне подсказывает. Так точно, да. На 217 он уже летит. А где летит? Прикрыть надо. И 5. Отлично, это рядышком. Вижу тебя. Я тогда вперед пока выдвинусь. Остужусь и попробуем что-нибудь пострелять. Здорово, Коля. Пушку, правда, расстрелял, но 108 снарядов еще должно хватить на какого-нибудь истребителя. Нужно прикрытие. Понял, Фокси. Сзади 113, это хорошо. По нулям 2 контакта. Кто есть кто? Станция дальняя. Сходу не разглядеть, но там вот еще 4 контакта. В любом случае, в эту кучу сейчас ворвемся. Попробуем кого-нибудь забрать. Кирюха, привет. Так, вот это стреляют немцы. Бело-зеленые трассера.
нет. А вот это, похоже, все-таки якорь. Ну и что-то советское, если не ошибаюсь. Двигатель я ему выбил. Это хорошо. Останемся пока. Так, упал. Отлично. Вот, казалось бы, да, Густавы шестые с тридцатками, с крупнокалибром. Вот такие хорошие были. Ай-яй-яй-яй-яй. Такие были хорошие с прохода выстрелы. И нерезультативные. Здесь очень такой момент короткий, но удачный. Потому что скорострельность больше. Потому что больше влетает. Не с такими повреждениями, но влетает больше. А вот удрать он от меня, конечно, с легкостью сможет. Потому что и двигатель у меня поврежден, а он не хочет летать. Это плюс. Есть чуток над вертикалью. Когда из-под капота самолет противника постоянно прячется, его нереально как-то, что ли, вогнать в прицел, то вот через вертикаль всегда удобнее это делать. Тут еще пролетал. Ну и меня срезал. Мустанг. Стоит ли качать немецкие бомбардировщики? У них очень мощные бомбы, да. Стоит качать. Но сможешь вступить в бой за выбранную команду из-за нехватки самолетов противника. А мы попробуем. Непрокачанный фок. Расскажи про Сайтек. Сайтек 55-й по движению ручки хорош, по эргономике ручки не очень хорош. До кнопок дотянуться сложно. Не очень надежный. Уже, по-моему, два или три раза. Сколько чинили? Два точно раза чинили. Два прям. Провода врубят, просто они перетираются. Там, то есть конструкция такая, что они 100% выйдут из строя, ну не знаю, там за год, за два. Это неплохой срок, конечно. То есть это не вот там за месяц буквально. То есть, ну, за год, за два частых полетов можно менять провода. Что за режим? Режим СБ операции. Который можно создать через лобби. Это очень хорошо. Любую миссию выбираете. Выбираете ранг, выбираете самолеты, в смысле страны. Какие летают за вашу сторону, какие летают за сторону противника. И все. А дальше уже люди, если хотят в это летать, они подключаются. Руси, здорово, Руси. Старичок в планах есть, стенка. Стенка в планах есть, да. Чистый старичок вот. Я не думаю, что интересен. По причине читеров. Вот. Там с этим тяжело. Так, секунду. Подержи. Кого подержать? Джойстик. Эй, неудобно. Это доставка, наверное, только вправо немножко. Алло. Да. Домофон 35-я квартира. Попробуйте еще разочек. Хорошо, сейчас попробуем. Не может товарищ открыть домофон. Чат огромный, а я не вижу. А что такое? О, слушай, здесь действительно какой-то огромный. Руси написал, до этого не видел, а теперь прямо вот вижу, что он какой-то огромный. Чего огромный, непонятно. Ну я не знаю, может им сказать... Пускай спустится, откроют, что ли? Родителям, в смысле. Давай я отбегу. Ну, только ты в шортах вниз не бегай, холодно там. Так, прокачали заодно, кстати, ленту, прокачали Густав 6. А может, дозвонился. Просто в Иле, к сожалению, вот с этим сложнее, вот с читерами. То есть там сложнее доказать. То есть летит самолет и летит. Вдруг внезапно у него... Какое-то преимущество внезапное в скорости. Думаешь, ну откуда-то он взял. Что-то он там сделал. Декаль пропустил. Да, я уже сбил четверых.
его номер. На, подержи. Погоди. Разблокирую. И набери. Оп. Мне кажется, он не в ту квартиру ломился. Может, у меня проблема, что-то лагает стримчатки. Да, слушай, вот пропусков кадров нету вообще. Это хорошо. Еду привезли, это вдвойне хорошо. Нет, так этот не прокачан-то, я сейчас про старичка имею в виду. Там на стенке, к стенке претензий нет, у ребят там античит, проверки, то есть туда... Я лично там не видел никаких проблем. А вот на легендах авиации я пару раз сталкивался. Я никнеймы не буду называть, это некрасиво там. Но были случаи, когда, не знаю, в вертикальном бою на высоте 2 километра мессер в свечке уходил на 7 километров. И, то есть, как бы, мой напарник был наверху, и он, типа, говорит, твой мессер ко мне тут прискакал на 7. Я говорю, да быть не может. Оказывается, прискакал. ГГ действительно лагает. Ребят, тогда вот не знаю, что такое. Здорово, Саша, здорово, Шамопал. Шамопала с прошедшим днем рождения. Поздравляем все вместе. Вот, так, привет, а чё совместных на Эстонии нельзя чинить свой отряд? Это был, была ошибка, сейчас починили. Ну чё? Всё? Он дозвонился в домофон? А, он даже не звонил. Он, конечно, классно придумал. Починка отряда была проблема, но сейчас уже всё хорошо. Так. Ну, я не знаю, или противостояние, если так. Сицилия, она такая довольно... Или Сталинград. Сталинград вот покрасивше будет. Давайте Сталинград, вот этот, третий. Там, что хорошо, что народ дофига. Можно приятно, с удовольствием полетать с кучей народов. СССР против Германии и Италии. Сейчас такая же дня, вот сейчас не знаю. Не проверял. Когда планируешь стрим запускать? Следующий стрим, когда у нас следующий стрим? 23 декабря. 23 декабря? 23 декабря. А, ну я думаю, что в этот-то пробежу. Так, Женя, ты будешь еще стримить? Ты такой ленивый. Я постараюсь, да. Давайте, давайте договоримся, что я еще раз постримлю. Между. Между, ну, да. Тогда в следующую субботу, да? Например. Угу. Или на неделю. Не, вообще, неделю был даже вариант предложить вам, может быть, мы постримим турнир какой-нибудь. Ну, например. Турнир один на один. Я вот тут недавно хотел турнир стримить. Женя, когда ты на 410-ку предлагал? Да, слушай, а вот сейчас нельзя ее взять, 410-ку? Вроде еще не накопил. Давай в этой сессии попробуй. Опять попробуй. Жалуются на ГГ? Не, пока нельзя, но вот давай так, возьмем сначала. Оп, отмена. Надо сведение побольше поставить. Где я оказался? Только на Хенкеле промчался. Попробуем сейчас на 410 накопить. Ну, самому интересно, что эта машина может. Не только в штурмовом плане, но против бомбардировщиков, наверное. Вдохновившись заставкой. Да, стоит качать. Я не сказал, что у них хорошие бомбы, так что... Да, бомбы вперёд. У них действительно хорошие, сильные, мощные. Что такое ГГ? Это сайт Good Game. Постринь, как ты играешь. Вот я что и хотел. Турниры что и постринь. И вот вопрос от Лоста. От Лоста про Oculus. Я не пробовал Oculus, но есть ребята, которые летали на Oculus. Женя, ты тебя так и не поправил? Слушай, вот я не знаю, что там такое с чатом. Я могу его сделать меньше. Это раз. Но вот ощущение такое, что... он просто огромный сам. Давай его просто поменьше. Он будет занимать меньше места, будет такой вот маленький. Ну, все будет видно. Саш, вот я так вот не запомню, чтобы пойти кому-то сказать. Сделай, пожалуйста, репорт со звуком. Вот передать это вообще не проблема. Я знаю, кому передать. Куда передать? Сразу сообщу, скажу, ребят, чините там. Да, так лучше. Хорошо.
Кот, последний турнир я попробовал на Нишаке. У меня в группе был пост. Я его стримить, в принципе, не хотел, на мне ничего не было настроено, но Дима FX попался мне, мы с ним зашли в Дискорде, полетали, подуэлили, в итоге на турнире-то он меня победил. Я не скажу, что он летает там определенно лучше меня, мы с ним, знаете, такого одного уровня, я бы так сказал. То есть он молодец в том плане, что я помню, как он летал. Я помню, что я его побеждал в каких-то таких вот простых вещах. Блин, заходил на Яка, он упал. Вот. А теперь он летает значительно лучше, и это очень клево. Блин, Б-25 вражеский, но не хочется на него заходить. Евгений, спасибо. Вот это Ил. Блин, ощущение, что у меня сзади. А че я на него не зашел? У меня подвесы. А я как этот. Ты как этот? Как тот самый, как его там. Пока я бегаю, там никого нет? Нет. Все, как прежде, 4 сбитых. Вот подвешиваться не буду, поэтому быстро переворачиваемся. И он падает. Опа! Соток 55. Блин, нехорошо висеть. Понял, тебе написал спайер, привет, я тебя не видел, рад видеть. Я к 7 сбил. Космолет, привет, космолет. Тоже рад тебя видеть. Так, а декаль? Нет? Да было 4 плюс 2 5? Сейчас. Да. И уже 6, да. Я пока час читал, я пропустил. Да. Декаль? Да, сейчас только... Зайти с 3. Что с 3? Трех никого. А! Декаль с трех часов. Слушай, что-то стреляет, это бобер. Подождите. О, попал по мне. Блин. Двигатель засадил, вообще фигово. Сейчас попробуем из. Всем привет, добрый вечер. Что за боевая раскраска? Сейчас продемонстрирую. Еще бобер им занимается. А Томка спросил, что с качеством на ютубе. Ну что с качеством на ютубе? Если переключить, там должно быть все просто. Фига он выдержал. Давайте без пошлости. У меня на бомбу хочешь посадить? Ох, пострелял и даже попал. Крылышка, но все равно он должен умереть. Ну, в смысле, упасть уже после такого. Да. Упал, я полетел, наверное, на базу, потому что... Ну, потому что уже этот самолет практически не летит. С такими повреждениями. А декальку в 3 часов. 3 часов декальку, да. Оп. Вот Юрий отметил, что я стал лучше питаться. Ну, знаешь, да. По крайней мере, в отпуске в Барселоне, в Валенсии, в Испании вообще еда каким-то таким особняком стоит просто. Там замечательные блюда. Блюды. Вкусные блюда. 1080. Не знаю, попробуй ребутную страничку. Мне кажется, что... Я бы сказала, что в Испании такая мужская кухня. Там очень много мяса. Очень много. Да. И особенно вот этот вот хамон, который нам каждый во многих кафе нам в подарок приносили. Его там много. Просто его много. Да. Спасибо. То есть такие же себе хочет, наверное. Сомневаюсь. Нифига себе, Ил сейчас только забрал несколько гаубиц. Он чем-то таким пролился. Так, а вот с двигателем совсем хана. Но должен дотянуть, по идее. Должен дотянуть, да. Позади там целая куча канов.
Александр, спасибо, Сквайр. Переехал, сейчас все удобно. Да, решали, да. Александр, недавно вспоминали. Недавно, да, вспоминали. Конечно же, благодарны всем, кто помог. Слава богу, теперь подъезд. Да, хороший. Нормально. Осталось переделать Нижний Новгород. Это сложнее, да. Вот в этом плане Европа, вот мы уже протестировали два города и... Три города. Ну, ты еще Кёльн, да. Четыре города. Вот. Конечно, там с этим проблемы. Ой-ой-ой. Задымил я его, представляешь? Угу. Пролетал он мимо. Но с таким повреждением просто я не вытянул бы за ним с этим двигателем, поэтому чуть-чуть попал, ну и ладно. ХЗ, говорит, привет передай. А кому не сказал? Ну ладно, допустим, ему. Что все про звук двигателя пишут? Не нравится. Ну, Павлик тоже, говорит, такие детали хочет. Так, погнали. Попробуем. А что, я накопил, наверное, 450-ку, да? Да. Ну, давайте попробуем. Раз уж обещали. Самому интересно. Может, даже штурману там чего-нибудь. 410-ка. Две 500-ки. Взрыватель 1.5. Опасно, но да ладно. Трекир оригинальный, а клип со Сашей Архаловым. Да. Что в этом плане в Европе-то? Там все хорошо. Там все отлично. Там вообще проблем нет. Мы по этому поводу не парень. О, форточка. Не жарко, кстати? Нет. А там у нас вроде до сих пор еще работает. Да? Лица. Или я выключил его, не помню. Я его не чувствую. Тяжеловатая машина, тяжелая. Аня Московский пишет, как чувствует себя серия 190 ФСБ, также надо лить полный бак ради дистанкирования. Вот про полный бак здесь сходу я так тебе не могу сказать, все-таки зависит от времени сессии. Здесь сессии ограничены больше, чем старички и где-либо, поэтому не всегда полный бак нужно лить, потому что все-таки машина становится очень тяжелая. А по поводу полетов, да, можно в пике ловить, можно бумзумить. Правда, преимущество надо побольше иметь, чем обычно. Здесь по динамике, по вертикали многие самолеты очень замечательно себя чувствуют, и поэтому желательно иметь не просто 1000 преимущества, а там побольше. А, Кайл Ристен написал, что ты час стримишь только две декали. Спасибо две за декали. 450-ку. Ну так это, считаю, уже 6 сбитых. Точнее, если быть, если правильно, 7, да? Я же еще одного сбитых. 7 сбитых. Да. Ну, может быть, 7 сбитых за час. Это и мало. Я не спорю, но перерыв был большой в полетах. А звук двигателя именно в чате. Стриме. А, может быть, я что-то в стриме немножко со звуком как сделал. Как будто бы под водой. Сейчас, секунду, я это поправлю, чтобы не было. Сейчас, ребят, поправлю, чтобы звук был нормальный. Оп. Где бы это быстренько поправить-то? И не упасть. И не упасть. Вот ты вообще. Рисковый. Сейчас. Они этого не видят, но я свернулся и пытаюсь тут кое-что накрутить. Ну-ка. Оп! Звук двигателя как звук. Оп. Ты имел в виду четвертый ранг против. Что? Я не очень понял. Четвертый ранг против В17 на 410-м. 37-миллиметровыми пухами есть. А, ты имеешь в виду вот более поздняя 410-ка, которая с дрыном, например, валит бомбардировщики противника с дистанции, да? Когда-то был даже стрим, помните, стримил Лайтнинги против 410-х, там интересное событие было с перехватом бобров.
как-нибудь повторим и события, и стрим. А сейчас ты все хорошо вроде бы. Сейчас, да, я чуть поправил, убрал я там одну настройку. Стрим по-другому. Палыч, он говорит, что вы сделали с полковыми? Пиши на форум, Палыч. Я тебе, я лично ничего плохого с ними не делал. Я лично ничего сказать тебе не могу по этому поводу. На форум пиши, там есть тема по отзывам. Можно было поменять самолет на филде, когда можно было разбомбить аэродром. Так вот, Палыч, и сейчас это... А, ты про полковые. Ну, я уже ответил. Очки. А что с очками? Очки неминуемо падают. Я бомбану сейчас базу. Опа. Кто меня атаковал? Не вижу, но... Ага. Вижу. Он Краша пишет, что звук у всех танков одинаковый. Что у нас дизельных, что у них бензиновых. Не совсем одинаковый. Он скорее... Но я лишь могу сказать, что работа в этом направлении не ведется. Надеюсь, что Стронг Краша. Владислав, привет. Пропустил? Пропустил? Анонс был все вчера. Где? Блин, не вижу. Слав, привет, я с вами здороваюсь со всеми администраторами. Да, привет, друзья, я иногда пока тоже с вами уворачиваюсь. Здороваюсь. Слушайте, он в наглую просто за мной сидит. Все, я его в итоге сбил. 8, да, но, честно говоря, вот он молодец, то что не позволил себя пропустить. Скорость была уже 180. А на лавке на 180 это, блин... Да, базу я, наверное, заберу, если... Развернусь, у меня самолет такой. Без скорости, без энергии. Вот тебя я прям правда рада видеть. Я думала, что сейчас у Аарона день, может быть, он даже нас посмотрит. После переезда-то, да. Воздушный торрент включай. Иван Лебедев тоже здесь, я ее пропустила как-то. Слушайте, слышу звук. Ах ты, блин. Якорь. Тестил ли ты Oculus или VR? Тундра он на штучке. Нет, VR не работает. А у нас VR в тундре есть, не разве? Не, VR-то лежит на столе, но... Нет, спрашивает про тундру. Какой-нибудь это имелось в виду другой VR, например, там... Короче, HTC, HTC Vive. А я промажу, что ли? У меня сейчас бомба перелетит. Ну, вообще... Мазила. Сейчас я зайду, меня як не собьет. И бомбану. Вот. Я даже знаю, кто это сделал. Я вот даже вон знаю, вон он летит. Классно, привет. Ставлю это на кого-нибудь из истребителей. И сделают ли вид от первого лица заднего стрелка? О как. Ну, для самолетов, у которых один стрелок, камеру переместили. То есть она теперь находится ближе к тому, как должна находиться. Вот это тут. Чё, горю? Горю. Совсем горю, совсем горю. Эх. Бобров не встретили. Якоря. Якоря не перекрутили. Там вся проблема в том, что я такой начал заходить в пике и думаю, а какая у меня задержка на бомбу? Если ноль, то подорвусь. Наверное, не ноль. Сбросил, а уже было поздно. Ну, не важно. Мы сейчас возьмем еще раз Фридриха и кого-нибудь. На Фридрихе, собственно, это мне, конечно... больше нравится летать. Мой самолет. Когда спрашивают часто, какой твой любимый самолет, первым почему-то в голову приходит Фридрих. Как раз из-за вариантов настройки, из-за того, что можно взять подвес. И чаще всего я их беру. Здорово, Джон. Ваня Зиракул. Если кто не знает.
Как тебе противостояние, почему Fallfire? Ну почему Fallfire хейтит, это лучше его спросить, а мне противостояние как отдельный режим нравится. Единственное, моя личная, но она, эта претензия, она в целом схожа с претензиями, которые игроки предъявляют режиму, это что в нем не работают достижения. Но и в этом направлении ведется работа, я очень жду, когда же заработают достижения в противостоянии. Чтобы можно было повыбивать декальки, не эти декальки, другие декальки, медальки и все прочее. Хотя лично я не гонюсь за какими-то наградами и прочим, но просто для многих игроков это важно. Ну и их понять можно. Понятно, почему важно. Как тебе F1 у вас сейчас спрашивают? Там только с пушкой не очень хорошо. А по полету, то есть в плане, как оно летит, очень, очень даже приятно. По динамике, по разгону очень приятно. Ну, разве что ты имеешь в виду Джой? Джой старый. Джой пока старый, да. Джой старенький, родной, как пятый. Но ждем появления на рынке. Новых джойстиков. Может быть, даже не на рынке. Может быть, даже раньше времени. Посмотрим. А что если нужно менять? Так, два контакта здесь, два контакта здесь. Смотри, а старый это за просто? Не знаю. Арна, у тебя все. Если у карт авиация, наземка, флот? Какой шанс на победу? Да. По-моему, писали даже про это, что совместно трех типов. Мне кажется, было бы дойти. Ну, я не знаю, я допускаю, что такое может быть в событиях. Об этом тоже говорили, что в событиях это сделать можно. Там танки где-то катали, где-то кораблики, где-то это самое. Где-то были... Шуруповерт, детский джигун, кукурузник, это вариант из Мухомистера. Мне вот это вот на высоких тоже практик не нравится. То есть вот, когда убавляешь тягу, хорошо звучит? Я быстро. Быстро. У нас там кого-то бьют, я пошел туда. Да. Тут меня что-то никто не хочет перехватывать, поэтому я полетел обратно. С перегревом меня полетел. Там, похоже, наш фильм был бы такой, да? Ты сейчас не сильно занят, там пауз. Прокачал я на немцев все, и танки, и самолеты. Что мне делать? Параллельно другие нации качал, как вы резолюцию технику. Я вообще вопросы не понял. Если ты их прокачал, играй на них. И что ты от них хочешь, ждешь? Ну, то есть, серьезно, вот что ты ждешь от того, что ты их прокачал? Прокачивай другие, которые добавляют в патчу. С каждым патчем, мажорным, добавляют очень много разных техник. Про облака не знаю ответа. Ребят, давайте вот там. Ответ разработчиков на сайте. Этот стрим на моем канале, он не является там стримом разработчика War Thunder. Тут кого-то бьют, а вот кого непонятно. И причем ощущение, что вот кто-то заходит на противника. Кайл, тут вопрос, да, уже был. Старичок жив? Да. На стенке старичок жив. И я туда обязательно зайду и на стрим полетаю. На Уфили. Москвич, кстати, земляк. А, ничего страшного, это я так шучу, что... Арон Стрим, забавное сравнение. Но, кстати, похоже. Похоже с чем? А, когда едешь через лес, какая-нибудь палка застревает в птицах, и вот она вот так вот вибрирует.
Нет, там более высокий звук. Да. Но похоже. Взял и обидел. А что тут еще было? Что-то вот еще точно было. Зенитки. Зенитки бьют. Не зенитки по наземку. Не совсем. А вот этот забавный такой этот, а откуда ребята знают, как звучит настоящий ветер? Я видел только на роликах с внешки, вот когда мессер пролетает, там вот этот характерный свист турбины мессера, он характерный в видеоролике. Но опять же, это движки, насколько я помню, не родные были. А, нет, родной вот был со свистом, а за ним пролетал мессер не с родным двигателем. Вот там такого свиста не было. Там было что-то другое. Там вот было что-то похожее вот на текущий звук. Но была ли слышна вообще эта турбина в кабине, насколько сильно? Это просвистел, а это Антон был, я уж напугался. Я не могу сказать. Все, что вот в данный момент про звук и изменения мне известно, то, что будут еще балансировать между самолетами и танками, потому что там была бы балансировка, потом ее поменяли, сделали кое-что другое, так как что, по 47 или что? 47. И будут еще менять, потому что не все там до конца. Илья спрашивает, как дела? Хорошо. Да, как дела? Вообще. Жень, как мне показалось, зрители некорректного примера множества допустим 300 или 500 должен давать 3 и 5, соответственно, раз. Да, 300 это, соответственно, в 3 раза, 500 это, соответственно, в 5 раз. Там на статистике финальной чуть подробнее написано. Ну, Аарона школа сейчас. Если кто на канале не видел, забегайте, смотрите, там ролики классные, классные про обучение. Ну и, соответственно, есть ссылки на школу, где, я так понимаю, и поэтому и стримов как сейчас меньше, потому что очень занят, да, очень занят подготовкой. Но это и понятно, такие дела они быстро не делаются. Ну, очень все качественно, так что Арночка прям респект. Ой, там 5 контактов слева. Ты туда даже. Сейчас, а где у тебя чат? Он там чуть поменьше просто. Нет, короче. X3 это 300, это 4 раза, 500 это 6 раз. Нет, это как-то не так. Наша победа близка. Я пройду. А, здесь вот он есть. Он иногда появляется. Очень много контактов впереди. Не, у нас это что-то какое-то про другую эту игру. Ты становишься, ну типа как. Фокси, тебе удачи. Мне кажется, у меня с микрофоном. Что, вроде все неплохо. Могу прибавить тебе. Так, якорь. За ним, в принципе, летят. Поэтому, наверное, да, вот это вот посмотрим. Это ишачок. Ну, попробуем на ишачка, как увидите, потому что. Снимать якоря, когда за ним и так уже есть мессер, это некрасиво, во-первых, а во-вторых, мы тогда под этот шашачок бы подставили, все бы крылышко его отстрелил. Ой-ой-ой, у меня 6, ёшки. Попробую перевисеть все-таки, уже другого не дано. Надо перевисеть. Слушай, мне кажется, ну, или я знаешь, падаю мне кажется, что назад. Всякая работа должна оплачиваться. Оплата за ролики у Арны, мне кажется, просто символическая. Ну, тут разный может быть подход на самом деле, но ответ очень хочешь. Простой. Да, если мне это кому-то неинтересно или там вызывать какие-то негативные чувства, то, ну, собственно, никто и не заставляет. Это очень легко. Я считаю, что они того стоят.
Я те, что за подписку не видел роликов, но вот те, что бесплатно выложены как пример, ну, там вообще там все очень хорошо. Погода в Новгороде, по-моему, минус 6. Зима, прям такая зима-зима. Даже елку поставили. Так, не туда, чуть-чуть, вот буквально. А что он просто сделает эту грудь тише, потому что он тебя и игру слышит одиноко. Сейчас убавлю. 9. Ай-яй-яй-яй. Закрыл тебе, блин. Я не могу. Так, бегу. Ага. Достанет, 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 достал. Оп, чуть затаранил. От нее закрытка есть. А, еще там кто-то прилетел. Ну, ешь, не тот. Ленинского района только перебрался в Москву. Разница большая между городами. Все-таки нижний. Темп жизни в Москве намного выше. Все куда-то спешат. Все сами по себе. Да, с таким крылом не могу я до него дотянуться, но уже еще то, что двигатель не позволит вытянуть до таким самолетом. То есть шанс может быть вот только где-то здесь. Такой. Вроде даже черкануло что-то. Или мне приснилось. Долететь до базы. На тушке я не полетаю, Илья. Как-то. Или как-нибудь в другой раз. В этот раз не полетаю. Сегодня немцы 3.7, 4.7. Двигатель дохнет, поэтому сядем на вынужденный день здесь. Пока под нами поле. Да нет, микшер-то аналоговый у меня есть. Есть. Но игра выведена не туда. Я сегодня немножко поменял вывод звука игры. Вот она чуть-чуть по-другому теперь работает. Даже не записали, но и замечательно. Так. Фоки или Г6? Фоки или Г6? Фоки или Г6? Ну давайте Фоку попробуем. Окей. Опять версия U2, не прокачанная Фока. Макарка в больнице. Эх, а что ж в больнице-то Макарка? Привет ему и, конечно, пускай поправляется скорее. Сколько вам лет? Слушай, вопрос всегда стоит меня в тупик, или я, потому что я часто забываю, сколько мне лет. Но если почитаешь, от 87-го года, по-моему, мне... Сколько мне лет? Что? Сколько мне лет? 30? Спасибо. 30 мне лет. Так, на Фоке... Качка, да, по-моему, 9. Да? А я как пропустил этот момент. То есть там было 3, сейчас 6, да? Я тогда... Ребят, 9? Ребят, 9? Фоку бери, взял Фоку. Хорошо, взял Фоку. У меня есть очень-очень внимательный зритель. Пишет, что 9. Не пора, не пора ли нам пора? Удобнее. А, с 3 часов. С 3 часов, это хорошо. Пока Клим. Да, Макар с пневмонией, пускай поправляется поскорее, конечно. Дело такое нешуточное. А вот Фоку мы подклинили. Что тут у вас про московский ритм? Обсудили, переехал. Собственно, никнейм я как-то так мимо ушей пропустил. Из Нижнего в Москву. Я говорю, что разные города. Раз.
по скорости жизни, можно так, наверное, сказать. Avenger это Best. Best это Avenger. Очень приятно. Мы, кстати, даже вот ездили в Европу и заметили, что вот мы когда были в Париже, там было так спокойно, так прям хорошо. А вот Барселона прям тоже очень-очень такая... Живая, ритм там есть. Хотя, страна, знаете, вот вроде сравниваешь так, Барселона там, да, с Москвой, там нет пробок. Там дофига народу, вообще там нет пробок. Нет пробок. Мы гуляли в самый час пик на самой широкой улице. Едут себе спокойненько. Нету пробок, это вообще. Удивительно. Иракул, он говорит, Игромир так посещает. Почему тщательно звучит? Я отбегала. А Илья Белов, тебе удачи. Педали Жене не используют нудлист. Здорово. Булыч, привет. Все озвучило. Топливо надо было побольше брать, конечно. Джон пишет, что вещает раз в год на Ингромир, ему хватает. Я тоже очень долго привыкала к московскому ритму. Мне казалось, что я ничего не успеваю совершенно. Что там за высокий контакт? Вот. На площади Бастилии мы ходили? Да наверняка. Вот. Нет. Наверняка да. По-моему, это единственное, куда мы не дошли. Вспомни. Вроде были. Тюмень самый топовый город. А, это 113-й тут, говорит, летит. В левый, да, пошел? Ладно, хорошо. Я тебе верю. А что тебя там хамелеон зовет? Женя! А они там наземку шпилят вовсю и говорят, без меня там плохо, видимо. Завтрак за 15 евро. А у нас завтрак в гостинице. Так, надо спикировать, потому что там 6 канов. А, локацию, вот, я тебя понял. Вот здесь, над тобой. Ты там где-то внизу бомбочками что-то швыряешь, я тебя видел. Слышал, видел, в чате видел. Смотрите, строем ходит, вот прям... Ты реально ходит? Откуда у меня бомба? Ну, было сообщение в чате, что... Или это не ты был на Густаве 6-м? А, на Густаве 2-м гаубиц с подвесом побивал, я тебя понял. Так. Что это, боты? Такая толпа летит. Это илы. Ну, конечно же, я себе сразу же двигатель попортил. Ладно, тут филд рядышком, поэтому потренируюсь, постреляю. Дочь Республик. Ой-ой-ой-ой, у нас шестерка оказывается. Туристический город, разумеется, там толпы. У меня оказывается шестерка. Я не смеюсь, Кайл. Просто я о том, что он будет цвет. Так вот, на яке. На фоке мы перекрутили яка, но достать мы его с таким движком не сможем, наверное. Хотя попробуем. Ой, их два. Два яка, это уже, конечно, хуже. Сейчас разгонимся немножко. Сколько позволит раненый самолетик. Попробуем пропустить. Да, Женя, площадь Бастилии, это то, куда мы не дошли в последний день. Ох, упал я. Чё упал? Видимо, его кто-то все-таки сбил. Ладно, рядом... Максус здесь. Рядом был филд. Влево посмотри, а что слева? В смысле, ты про игру или что? Слева Бест, да. Что у тебя слева? Слева у меня сейчас кто-то стрелял. Но попробуем все-таки долететь, наверное, до филда. Мы потерпели, правда. Как же так, Антоха? Я думал, Антох любую сессию может затащить, но нет. Он пива мало выпил. Какой твой любимый тяжелый истребитель из линейки Мессер? Ну ты спросил. Это все-таки тогда 110-ка. Сейчас бы на фоке с яком покрутиться. Так видишь, неплохо. Если ты не один, то вполне себе можно.
На Фоке, которая без энергии лететь вперед, это самоубийство просто. Китайцы везде могут. Так. Ух ты, что я прокачал? Звено? Ну давай звено, что просто быстрее. Побыстрее нам можно. Да, мы кушали луковый суп, кстати, да. Мы специально заказывали попробовать это. Вкусно, кстати. Довольно. Звено. 13-го тоже, я его не вижу. Кстати, куда столько еды заказал? Ну что, там много еды? Я подумал, что ты очень голодный. А я очень голодный. Отмазался скоро. Кально есть пизда. 113 тоже пригласил. Ну, смотрите, значит, мы или какую-нибудь операцию Мальта летаем. Например. А, там народу мало. Сицилия. Сицилия большая. Сицилия. Состояние Рур. Вот Рур неплох. Рур неплох. Народу, кстати, много. Немцы, Япония, Италия против США, Британии, СССР, Франции. Внезапно Франция. Да давайте, да, давайте, наверное, сюда. Вот на Рур. Вы там готовы? Готовы. Допинга? Конечно. У нас перерывчик. Можно допинга. Мне жаль, что ты не понимаешь даже саму суть вопроса. Да, я не понял твой вопрос, Павел. Я тебе сразу. Не грусти, все будет хорошо. Фридрих, да? С нижнего филда, с южного F2. Всем привет. Чуть-чуть вот своим украшением. Прибавь. Какой это вот этот вот аэродром? Аэродром 2. Давайте попробуем. Все равно меня респит на высоком аэродроме. На среднем. Здорово, Артем. Топливо взял 20, да? Удобно, да, задание провалено. Я надеюсь, у нас тут еще сессия жива будет. Вот. Так что я с B1 взлетел, если что, Антон. И попер с набором в сторону D4. Вот туда я полетел, да. Внимание на карте. В Рим же предлагают вам Диас. А вот я не люблю пасту карбонару. А я, кстати, вот люблю. Вот Сквайр, да, очень любит, а я не... Я больше соусом тесто люблю. А я не разбираюсь, но... Наверное, тоже. Ну, ты меня пробовал, помнишь? Лидей. Зеленый. А, все, понял. Надувательство, Серега. Я постараюсь приложить силы. Потому что надувательство. Сука, ты что, в Риме живешь? Ну, я так понял, да. Нас часто приглашают в Рим. Табуретка, привет. Какой милый ник. Вот Рур мне нравится карта. Она не скажет, что очень огромная, но видно на ней. То есть на ней видимость хорошая, ориентирование приятное. То есть она сама по себе. Такой ли Лена на табурет? Лена сегодня не на табурет. На подушке и на стульчике. Хамидон, на табуретке, на табуретке. Табуретка со спинкой.
на поддержках, понял. Молок говорит, там поддержка нужна, но сливаться пока рановато, потому что... Шумопал пишет, макароны с тушенкой, это какая паста? Это макароны для студента. Кстати, если хорошую тушенку и специи взять правильно, нет, самая клевая штука, да. Представляешь, где-нибудь в Европе, в Париже, попросить макароны с тушенкой? Не флотские, не путайте, пожалуйста. Почему их называют по-флотски? По-флотски это с отварным мясом, переключенным на мясорубку. Отварным мясом. Кэрри, а тушенка это не то? Не то. Вообще разный вкус. И выглядят они по-разному. Одинаково, просто одна в банке, другая. Там Антон, он голодный, говорит, не говорит, а все плохо. Так, там слились что-то несколько противников на нули. Видимо, бой перешел к нулям. Можно попробовать. Репорода. Алла репород. Кто кого бьют, понять бы. Вроде J2M2 только сбил лазник. Не флота. Я сейчас спорить буду со всеми. Так, еще кого-то справа. 15 минут топлива. Зениточка. Зениточка, не надо зениточка. А, кто это? Да-да-да, сейчас убавлю. Только вот здесь какой-то бой. Кто с кем разошелся? Ладно, вот давай попробуем тут посмотреть. Париж сильно от России отличается. Я сейчас буду смеяться, это очень смешной вопрос. Отличается. Блин, вот здесь же был, вот, ну только что, вот падал на него. Вот падал же на противника. Ну, конечно. Если противника не видно, значит он на шести. Ага. Кобра? Оп! За шпилькой. Тяга. Руль направления, закрылки убираем. Попробуем за ним успеть. Попал. За него привет. Отлично. Ну не, хорошо дела. Жалко, что выходные заканчиваются. Да, музыка сейчас немножко убавлю. Угу. Зачем в игре так часто плотные толстые облака стали крутить? Хороший вопрос, зачем? Наверное, так они настроены. А по поводу арабов, мы были в центральных дистриктах, или как они там? Ну, районы, да, короткие районы. Нет, они у них еще называются как... Там не было арабов вообще. Мы потом так кушали, что заехали в 20-й, да? Да. И вот там, конечно, было уже... Клан попасть? В деф никак не попасть. Если только ты не сотрудник. И там очень чисто. У меня даже мои знакомые говорили, что я фотошоплю парижские фотки, потому что не бывает таких грузочных улиц. 113 говорит за мной. И знаешь, такое ощущение, как будто он мне заходит на мою 6. Вот так вот. Типа, как будто бы у меня шестерка, он такой. Вячеслав Казанцев, Вячеслав, спасибо много, он учился у тебя, но пока не понимает, почему открываются закрылки. Здорово, Вячеслав. Закрылки отрываются по одной простой причине – превышение скорости. Потерял. Я в левом ушел. На маленький стрим про корабли.
Валерий. Спасибо за поддержку. Стрим про корабли. Можно. Кстати, давайте вот ради эксперимента сегодняшний стрим закончим обоим корабликом. Те из вас, кто вообще не следит, что там происходит, смогут увидеть, ну, в принципе, посмотреть, то есть в какой стадии сейчас находится это дело. Там на этих выходных до завтрашних 11:00 обладатели пакетов могут в кораблике играть с 8 до 11 утра. То есть там большие окна сделали в плане доступности, поэтому сегодня давайте туда заглянем. Заглянем, тем более посмотрим на красивую графику. Здесь не самый лучший видюха, но все-таки кто-то может посмотреть. Так, что слева все-таки за контакт? Надо проверить этот быстрый. Пожалуйста, тебе пишут, что у него идут 4 пакетов и идут именно в тундре. Оформи, тема закрыта. Потеря ПЛ это который, да? А тему обычно закрывают по какой-то причине и пишут. То есть если просто тему закрыли, это неправильно. Можно ругаться, можно личку написать. Это смотри, вот тема закрыта. Или пишут дубль, или нет какой-то информации. Потеря пакетов это, конечно, чаще всего проблема провайдера. Вот, например, игроки из Казахстана довольно часто, я бы сказал. Раз в неделю испытывают проблемы, причем вот не стал ни сего, оп, и в ВК приходит целая куча людей из Казахстана и говорят, у нас не работает игра, мы не можем присоединиться. И действительно оказывается, так, это японец. Японцы за нас. Действительно оказывается, что там их провайдер что-то такое сделал, что не достучаться до игры. Спрашивают, как скоро кораблики по времени? А сколько мы уже стримим? Ты с отпуска уже с недели приехал? Ну, примерно, да. Это Калью, а не Кузельку. А, Зика. Мы стримим полтора часа. Через сколько корабль? Ну, где-то через полчаса. Да, примерно где-то так. Ну, 30-40. Вытерпишь? Кто-то пробежал. Э-э-э-э, свои. Почему он там? Увидел он, видимо, что я свой. А вот там свой ли? Да. На карту. 9 минут топлива. Здесь далеко-то отлетать-то как бы не хотелось бы. Ну ладно, полетели. А танки корабли ты не любишь? Я знаю, что Женя аркаду танки иногда катает. Да, танки в аркаду иногда играю. В СБ иногда бывает, но больше только полетать, именно поштурмовать. Мне больше штурмовать нравится. А ты красный тут игроки сам. Что это тут такое? Это все свои? Вжух! Сейчас будет 8 минут топлива, да? Вот здесь вот можно найти противника. А Джон пишет, что тундры не работают только через 10 гигабайт. Остальное работает пока. Нифига себе. Гигабитный все работает 10 гигабит. Ой, очень странная штука. Знаю, Вань, наверное, можно какие-то подробности реально в логи достать, если оформить, потому что. Ну это очень странно. Если все остальное работает, кроме игры, как бы это довольно логично. Значит, что-то не так с игрой. Ну, давай попробуем вместе разобраться. У тебя мой скайп есть, например. Да, к счастью, нет. Отпускные пусть лучше будут отпускными. Так, а вот это, кстати, похоже, что противник. Или миссия. А, это тот же самый Мустан. Ну, ранний, который. Вообще, я его должен, по идее, достать. У меня энергия тут фигища. Он меня заметит? Капота не туда, вообще не туда. Где? Спрашивает, это кто? Говорю, это я. Добавляешь ли ты в друзья? Да, добавляю. Ну то есть стучится кто-то в друзья, но я добавляю. Даниил, стучись после стрима. Как вот надо тут из-под капота? Вот не дал никогда.
там уже столько вот туда должно было улететь. А, это Макс. 10? Макс, Макс. 10? Да, ой, у меня 6. Ой, у меня двойное 6, а вот Спитфайр, это вот, конечно. Это вообще... А, это Кобра? Что это с дрыном? Это Кобра. Она упадет. Она влетит мне в прицел. А там лавка на 6, я про нее помню. Помню, помню. Блин, хорошо. 11. Спокойно, 11. А где лавка? Вот она, вижу, вижу. По 13-й вли... Ай, поздно. Сбили его. У меня топливо 6 минут. Валерий, попай, если ты еще здесь. Запись кораблика, смотри. Единственное, у меня не настроены кнопки, блин. Как я в корабле собрался? Ладно, попробуем что-нибудь придумать. Ты же играл в тебя. Я играл на том компе. А, да. У меня там клавиатура-то обычная, а здесь необычная. Я не настраивал. Так, а тут два, P47 и лавка. Давайте попробуем, наверное, зайти на P47, раз он меня не видит. А лавку, надеюсь. Пушки осталось две. Пусть каждый паузу поставим, все настроишь. Пушки две. Перегревы дикие, ну ладно. Пайра, ты мустанга купил уже? Ну, это мангусты, наверное, имелось в виду. Да, вот я тоже не поняла немного. Рождение закрылка. И так. Блин, ты что, в отпуск теперь? Да, лампу сразу. Какая разборка, что ты приезжаешь с приездом из работы. Спасибо. Очень приятно такое читать. Спасибо большое. 12. А как ты относишься к реактивным самолетам и бомбардировщикам? Ну-ка, расскажи. Абсолютно другой геймплей. Мне больше нравится миндовая авиация. Там очень большие скорости. Вот нет вот этого, то, что вот сейчас происходит. Вот это по нулям, закрылочками, там, в пропусках где-то и так далее. Там все довольно прямолинейно. Нужна скорость для того, чтобы быть неуязвимым. Нужно точно стрелять, чтобы кого-нибудь сбивать на них. В принципе, все, такой краткий экскурс в реактивную авиацию. Путь выше, будь быстрее и точнее. Но здесь вот даже не имея, не знаю, точности, не имея скорости, не имея высоты, вот можно выживать и убивать. Ну, в этом просто я, например, вижу свой интерес. Мне это интересно. Кому-то нет. Бомбардировщики интересно. Однозначно. Реактивные, быстрые. Все-таки я себе двигатель пожар. Это плохо. Топливо 3,5. Сейчас пойдем на базу. Лавочку сбили, вот идем на базу. Не долечу, кстати. Вот что могу сказать. У тебя сейчас 11? 12 было. Когда ты сбил? 12. Опять я тебя отмыл. Да, но 12. Давай. Центр, да уже не важно. Давай. Ровно 450. Наверное, все-таки с бомбочкой. Я его попробую донести до цели. Топливо-то взял, топливо-то взял. Ну, 45 минут. Кто пишет? Погодите. Не спешите. Так. Держите за мной. Поехали. Рэд, привет. Наверное, мы эту сессию доиграем, пойдем в кораблики, а потом уже все, да? Я думаю, так будет. Просит, когда я тебе ставлю деталь, разворачиваюсь камеру на весь экран. Следуйте за мной.
Надо на Новый год нам придумать какие-нибудь конкурсы. С розыгрышами какие-нибудь? Да, с да, галдишкой? Да. Прям с галдишкой, прямо во время стрима. Хорошая идея. Новогодние подарочки от Сквайра. И хорошая, да. В пике брос... Да-да-да, помню. В пике брошь не забыл. Если нам, конечно, дадут, вообще долететь. Тяжеловато смотреть. Тяжело. Женька светит в камеру. Ну, Сереж, это все будет на одну щеку тогда. Или на лоб. Кто у нас там такой играет? Отдохнуть от музыки. Латненький сейчас одним звуком уже пугает, даже не стреляю. Страшно, да, страшно, Маша. Следующая декаль на весь экран. А у меня такой настройки там нет. Я не сделал камеру на весь экран. Нет, ну ты же делал еще чуть больше. Это жужжок. Вот это Хенка или кто? То есть мессера я вижу, а вот на посадку только заходит. Побеждать сейчас начнем, да, уже пора, наверное, побеждать. Когда меня за троем увидят, прямо мечтают. Ну, может, ну, хотите, я в новом году сфотографирую. Меня задроем? Да. Бросок с горизонта выбрал мужиков. Очень нравилось с горизонта бомбометание в битве за Британию. Там это было сложно, там столько тонкостей, включая ветер. Вариантов сброса прям очень классно. Эх, классно летали там целой толпой машин, 8-9 так и было. Покажите камуфляжи в игре на 450. Ну, в ангаре, если напомнишь, буду в ангаре покажу. Не пользуюсь. Да, я тебя понял. А у тебя есть? Да, ну в смысле их можно без покупки посмотреть просто. А у тебя свой есть или нет? Нет, свой я на 40 не рисовал. У тебя только у Эмильки на... Эмильки, Фридрих, Кобра, Ишачок. Нет, я из Мессера. Мессера, Фридрих и... Фридрих у тебя есть раз свой? Да, это тот серенький, который... СБ? Да, с буковкой. Нужно прикрытие. Блин, ну что, развернуться, что ли? Хотя, ну там далековато это. Это лавочка? Проигнорил, пишет Кайл. Почему проигнорил? Я там полетал. Правда, давно я туда не заходил. Там, наверное, что-то изменилось наверняка. Но мне там не нравился FPS, раз. И какая-то... как так сказать, задержка в, когда вот подвешиваешься, без энергии остаешься, ты остаешься вот тут же сразу и без всей, на всех самолетах. Это меня немного пугает. Я не уверен, что так должно быть. Конечно, в настоящем самолете я не летал, чтобы говорить, что вот так должно быть, но просто мне такое не нравится. Я не сторонник от этого, постоянно в бою контролировать абсолютно там все приборы, чтобы тебя, не дай бог, ты там ниже какой-то определенной скорости потеряешь, и у тебя дальше начнется вот это неконтролируемое сваливание, которое ты просто ничего с ним сделать не можешь. Так, попробуем, наверное, танчик какой-нибудь зашвырнуться. Я не знаю, как тут люки открыть, у меня кнопки не назначены. Это бронестекло. По-моему, это тигр. Ну-ка, я не буду сбрасывать. Надо было, конечно же, надо было-то, но не так же надо было. Надо было-то нормально. Ну ладно, на Фридрихе полетим. Кошмар. На Густаве полетим. Игорек, привет. Здорово, Игорек. Годы подготовки. И не говори. Даже он упал, на Густаве шестом разбился от отчаяния. Да ладно. Дело-то такое, надо вспомнить, как это все.
тяжелый самолетик пикировал. Надо. Во-первых, когда приближаешь, ничего не понятно. Ты что, я только что видел? Да. Пока я рассматривал тигры, я впилился в землю и не вышел из пике. А говорили люди, надо бомбить с горизонта. Даже без прицела. Так. А тут, кстати, штурмуют. Туда подошла, подошел. И фиг-то с КВРом как-то. Это нормально. Упал. Это не страшно. Я не стесняюсь. Да, Игорь, как помогает. По-моему, надо включить этот. Вот, да? Кондиционер. Типа, да. Да. Он включен? Да. Он был включен. 27. Мне нравится, как Спайер ставит кондиционер на 27. 26 смысл его ставить. А ты только на симуляторных играешь? В танках иногда играю, ты микрофон немножко издеваешь. В танках иногда играю в аркаде. Ничего не любит. Как тебе ТАР-154? Такая уберфока. Трамвайчик, который сложно понять. Но если его понять, если метко стрелять, очень хорошо. Почему-то он Republic себя винит. Это, типа, ты про пикирование? Не вини себя. Это чисто, это только моя ошибка. Поэтому... Да, сейчас будем заканчивать, ребятки, трансляцию. Скоро, по крайней мере, скоро. А корабли обязательно... Сыграю, не знаю, сессию или две. Одну сессию точно сыграем в кораблике. А вот по нулям какая-то. Кто-то что-то летает. Ты сейчас будешь на СБ летать только. Ну, в этот конкретный стрим после вот этой сессии мы слетаем в кораблик. Слетаем в кораблик. Лекс-гайды по взлету в симуляторных боях очень. Их очень много, и пройди обучение в игре. Не проблема. Научишься. Я хоть и по нулям, но вот я вижу эти контакты, хочу вот туда ворваться просто. И с тридцатки пострелять туда. Так, два контакта здесь. Кто за кем? 500 км в час. Кто за кем? Какой твой рекомендуешь еще? Очень сложный вопрос. Все реально зависит от ценовой категории. Я думаю, что для новичков подойдут что-то типа ВКБшного джойстика. Гладиатор вот новичку, вот Антон пишет, я присоединяюсь к этому пожеланию. Гладиатор, джойстик хороший. Женя Юнкерс 87 на низах. Лучше лаг или яг? Мне кажется, лаг. Чисто вот за счет количества снарядов. Это свой. Потому что отворачивает. Страшно. Вдруг постреляет. Яко что-то вот как-то... Не знаю, просто может быть... Мое личное мнение. За счет... Хуже обзор вот этой форточки впереди. Ну или Як-9Т. Як-9Т, мне кажется... Все-таки лучше. Просто за счет калибра.
Lightning вижу. Он только говорит про Discord, типа, всем скажи. Ну, я думаю, в группе там, по-моему, есть где-то информация про Discord. Найдете, ему интересно будет. Вместе полетать. Туда идет, в принципе, поток аудио без задержки. То есть это значит, что можно вместе полетать. А мне вот здесь нужно прикрыть. А звук игры не очень. Будто бы провод там перегнул. Там действительно провод от наушников, но я думаю, что это не последняя версия. Мы сделаем еще что-то сразу. Тут бобры, я понял. У меня лайтнинг. Ты что, от гоблина на ютубе отписался? Прошу. А я не был подписан на гоблина. И какого именно гоблина ты имеешь в виду? Я тем более не знаю. Если... того, который переводчик, я вроде бы и не был подписан. Сейчас вот должен я его достать, по идее. А, там еще какой-то противник, да. Мимо. Мимо. Ой, еще вижу, стреляет красными трассерами. Все-таки сбил. Это какой он? О, слушай, наверное, 13. 13? Первый пустой дыхаль? 13-й. А, ты гаубицу там убрал. Я думал, ты в лайтнинг стреляешь, который и так на земле. Ну, типа... очень разозлился, например, на него. А вот этот Фридрих, такое ощущение, что он вражеский. Потому что на нем маркер как бы не рисуется. Но это точно месяц. Ну как бы... ой-ой-ой. Юнкерсы летят. Да, вот пропал страх. Ну, Обелич-то никуда и не пропадал. Он занимается турнирами. Те, что на ТСС. Ох, как... А это эти самые, это ботики. Ботики, но тренировки ради очень полезно бывает пострелять в 30-ку. Победы ради сбивай, да? Ну хорошо, я понял тебя. Ну, попробуем еще тогда сделать работу. Да. Это он должен быть сбить, по идее. Давай еще двух декальки. Правда занятно, да, когда летишь тут на мессере, убиваешь юнкерса. Но потому что тут тот, кто сессию создал, команду А и команду Б перепутал местами. Нормально. Да, ты как думаешь, будет ли Лига Грома 2? Я думаю, что она в другом варианте будет. То есть не такая, как была там Лига Грома. Ну, то есть киберспорт. Киберспорт будет. Он, собственно, идет. Сейчас объемы турниров каждую неделю огромные. То есть очень много людей играют на ТСС, автоматической платформе. Но кроме нее, я думаю, что будут еще вот такие, которые стримятся, которые, о которых рассказывают на Твиче. Просто пушку жалко надо. Да ладно? И спрашивают, какие у тебя максимальные БР на танке? Я могу сейчас линейки, в принципе, показать свои, когда кончим бой. Нам надо 410-й показать. И вот... у меня 6-го ранга практически нету.
посадку. А пора уже на посадку. Не долечу опять. Двигатель подыхает. Боты идут зачет на декале. Нет, они не идут зачет на декале. Мы как бот обычно. Там лавочка, блин. А я, конечно, с выбитым движком и с двумя пулеметиками. Так, слетим домой. Или собьют, или где-нибудь в поле приземлят. И пойдем кораблик смотреть. Я на помаду на боту купил. Может, лицо сквайра. Сквайра же. Место не хватает. А победить? Нет, победить это не знаю, как победить. А победить, вот правильно. Ну, кораблики обещали. Не дотянул туда. Пятой детальки. Два самолетика. Там все автоматом. Что плохо, что автомат? Наоборот, замечательно, что там. Не, ничего плохого в старой Лиге Грома не было. Не, ну есть там, конечно, свои минусы, свои плюсы. Почему не на рост? Я говорил, просто вот команды местами нужно было создать иначе. Всегда в сессиях обычных, не созданных игроками, за команду А выступают союзники, а за команду Б выступает ось. А игрок, который вот эту сессию создавал, он сделал настройку, что за команду А играют немцы и японцы. А боты как были на немцах, так и остались на немцах. Так, ну что, я, наверное, вот где-нибудь здесь утону. Это весь верхожок. Ну, или так. Может, он так и хотел. Не исключаю, что он просто так и планировал. Да, я покажу обязательно камуфляж. Вовремя лост. Прям помнит. Плюх? Не плюх. Оп, утонули. Ну все, в общем-то, сейчас пойдем в корабли. Это на каком? Это что-то. Это что-то очень странное. Так. Наверное, я тут много заработал. Серебрище. 40 тысяч серебрища. Так, 410. Только на какой конкретно ты хотел бы камуфляжи посмотреть? Их много. 410. Вот на этом камуфляжа нет, но я знаю, что на других каких-то есть. А1. Зелененький. Ю-2. Серенький с красными. Б-1. Просто серенький, без красных. Кока финта. Даниил, я напомню. Б-1, Ю-2. Ну, он не должен отличаться у него, потому что такой рожай. Ну, у него эти, в общем, гипножабы, гипновинты. 400R6, вот это клевый самолет, конечно. Нет, Владислав. Что он это, может нести? Это в плейлисте такая музыка заиграла. Серый коквинта, серенький. Ю-2. Ю-2. Тоже стандартный камуфляж, серо-зеленый. Ю-4. С дрыном. На дно декалька. Но все с какой-нибудь, да, отличительной особенностью. Так, ветки. Ветки у меня прокачанные. Вот американцы примерно так. Это если о танковых говорить. Там, соответственно, немцы. Британцы. Где-то я на 4,7, 5,3 застрял. Японцев тоже вот сейчас пытаюсь четвертый ранг качать. Нет, не важно. Итальянцы. Французы. Так. Ну давайте на аэрокораблике, тестирование флота, аркадные все-таки, наверное, бои пойдем. Или нет, давайте реалистичные. А у кого есть кораблики? Вот нету, насколько я знаю, 113-го, а вот... Ту!
выкинул наоборот. 113-го оставил. А Антоху выкинул. Музыкальную паузу будешь ставить? Ну, таким быть. Надо музыкальную паузу? Надо. Музыкальная пауза. Небольшая. Какая мелодия? Не знаю, какая мелодия на звонке, но музыкальная пауза. Да, ну ты сейчас у тебя играла. Вернемся буквально через пару минут. That was yours and mine. Then the years fell down. Here we are right now. I can see it in those eyes. On your grown up face, feeling out of place. Darling, you can take me back in time. You can take me back in. Darling, you can take me back in time. Аркаду, а потом, например... А, Владислав, как обычно, мы потом скинем весь плейлист. Да. Скинем, ладно, скинем. Да. Известный исполнитель музыки. Судя по фоткам. За Британию я попробую. Аркадный пои, пока. Два возрождения на самолетах, три возрождения на корабликах. Вот в текущей сессии там очень много, кстати, изменений. Я так могу ее даже зачитать. Коротко, что там изменилось. Там в DM очень многое поменялось. Настройки видимости и заметности изменились. То есть они теперь там... Радиус обнаружения от размера цели зависит. Критические повреждения дымовых труб. Они снижают тягу двигателя. Собственно, для того двигателя, которому труба принадлежит. Всякие изменения в интерфейсе, типа подсказки о ремонте, тушении, индикатор предупреждения столкновений с подводными или надводными препятствиями. Так, а мне надо попробовать клавиатурку, я ее так что-то и не настроил. Я попробую вот на вот этом варианте. Вдруг получится. Ну, сначала начнем с эсминца. И моя любимая вода. Водичку еще улучшили, да. Вот здесь точки для корабликов поменьше, вот здесь точки для корабликов побольше. А пофигу. Жми кнопку и возродишься там, там же, где... Да, эсминцы вот там. Нет. Антон. Антон, что такое? Самурай. Офигово, у нее пушки. А ты на чем? А, тоже на британце. Трайбл. Слушай, нет, у меня тут вообще ничего не настроено.
кнопочку Q надо нажать. Нажми, пожалуйста, кнопочку Q. Нажала. Ага. Я им, наверное... Миллион сейчас опять скажу. Просто снова выйти. Напишу туда. Оп. Оп. Бар торпед. Мы вообще на точку С, кстати, должны увидеть. Но раз мы далеко респанулись, мы пойдем на точку Б. Вот тут система прицеления такая. Делаешь прицелочный выстрел, а после прицел сам начинает следить за противником. Здесь они все за преградой. Не попасть туда. Предупреждение давать намного на много. Ну что, может, будем парой? Ага. Опять нет. Притерся. Ну, видимо, это. Экипаж хочет к нам перебить. У него такое ощущение, просто на С, похоже, кроме нас вообще никто не идет, поэтому мы туда полезем. А чатик у нас не завис? Ну, что-то тут куда? Подзавис. Он так быстро смотрит на корабль. Вот этого можно попробовать сейчас понять, куда хотя бы снаряды летят. Кораблик вытыкает за каждый. Да? За каждый ничто. Потому что летал в Питере. О, рядышком, кстати, рядышком. Еще нажми кнопку, пожалуйста. Куда хоть они падают? Они падают левее. Здорово. Ага, это мои падают правее, да? А вот кнопочка Г, это вот такой дым. Как нам надо разворачиваться на точку, а то мы точки открываем. Куда стреляешь, совсем непонятно, кого. Не-не-не, вот если видишь, как снаряд летит, куда конкретно снаряд летит. То есть видно же, вот тут они пошли. Перелетят. Оп, попал. Ровно прям попал. Свистать. Нужно дальше брать прежде. Где так шумно? Вот еще попал. Ну слабенько, надо, наверное, все-таки этих переключить. Бронебойные, они фугасные. Нажми 6, пожалуйста. Что? 6. 6 просто? Что-то их много. Мы потом с тобой сейчас поиграем. О, хорошо залетело, кстати. Что, у меня корабль медленно тонет? Можно нажать клавишу B. Он перестал нажать, да. Сейчас мы ему взорвем боекомплект. Он здесь внизу, боекомплект справа. Погреба. Здесь. Надо знать, куда стрелять. Да, К.
галька. Так. Да, мы стоим. Нажми клавишу О. Не посмотрим. И подержи. Здесь очень много модулей. И эти модули выбиваются и влияют на друг друга и на движение корабля. Можно отпустить. Вот он мне выбил сейчас только что торпедный аппарат. Я не могу торпед стрелять. Сейчас он мне что-то очень много всего выбил. То есть она довольно подробная. Если сказать прямо так вот, знаешь, блок, то она похожа на модель повреждения в танк. Вот эти выбивают башни, выбивают пушки. Здесь так же, но здесь экипажа намного больше. Я думаю, надо поговорить другим. Сейчас. Важный момент. А еще 6. Так, да. Горю. А, торпедный аппарат увидел из строя. Блин. О, починился. То есть весь экипаж, скорость ремонта влияет. Выбили меня. В итоге мне весь экипаж. Скорость ремонта, она, конечно, влияет. По порядку. Когда все смогут играть в кораблике? Нет информации. Нет, информация... То есть, если тебе в корму натыкается, то ты жахнешь? Жахну, это в смысле, что я умру? Умру, наверное. Думаю, да. Ну, то есть, там, где находится БК... Что с экипажем, спрашивает Кайл? Экипажа дофига, но если его остается очень мало, то на этом все заканчивается. То есть, и можно все-таки выбить. Последний вопрос. Извините. Поменяет ли прицел на танк такие, как я не были в реальности? Не, Лос, ты имеешь в виду... Ой, почему я выпустился торпеду? Сейчас можно менять прицелы на какие-нибудь пользовательские. Но это не значит, что их будут в игру вводить там официально. То есть пользовательские поставить можно. Дико. Так, торпедные катера. Ну, здесь все понятно, немножко попроще в каком-то смысле. Но... Динамичнее, вот мне торпедные катера больше, такая водичка, там видишь дно, красиво, красиво. Я вообще в восторге от водички, она у меня эйфория. Саймон, привет. Ой-ой-ой. А у меня перезарядка, блин, этих... Мины заградительные, мины. Понял? Рыбок нарисовали с прошлой булки. Блин, я пока чинюсь, он меня сейчас торпедой. Ну, конечно, у тебя вот так. Надо было не чиниться, а разворачиваться и его сразу же топить. Ну, конечно, это эсминец. То есть я его... Нет, я его сейчас убью. Только сегодня. Это аркада, да. Но я еще думаю, может быть, РБ все-таки покажу. Ты только сегодня говорил, что как классно. Да, но я сам сейчас запутался. Если бы я не нажал починку двигателя, и корабль бы не остановился. Саймон поймал, кстати. Интересное тебя возвращение в небо. Саймон, небо было, попросили кораблики. Вот мы полчасика примем корабль. Бежим, нужно. Да, нужно. Вода мокрая стала. Вода мокрая? Сейчас я попробую ему торпеды гонуть. Главное, чтобы он не успел меня. Две пошли. Ба! Так ему и надо. Ой. Он только пролетает. Держи привет, Антон. Ой, прости, я не хотел. Он попал. Написали, иди в бухту разбухнуть. Подожди. Перестреляться. Ну что ты... Нет, что-то я разочек попал. Вот такой минометик стоит. Если в него попасть, то все было бы неплохо. Лишь бы попасть. Недалеко. Вот.
А, как он классно подставился. Да, он горит. Да, 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 да. Я тоже горю. Нажми 6, пожалуйста. И сюда. Оружие заклинило, ну это понятно. И его убили. И клавишу Б, а то я потону. Кем ты работаешь в Гайдзин? Комьюнити менеджер. Публикации на сайт официальной группы. Спаси. А где тебя спасти? Ты на чем там? Да, он у меня покоцанный кораблик, конечно. Да. Можно тут частично отключать. Вообще есть клавиша скрыть интерфейс целиком. По-моему, она Alt-Z называется. Ой-ой-ой. Тушимся. 6, нажми 6. Нажала. Так. Хорошо, в общем-то. Поиграли, сейчас уже будем заканчивать эту трансляцию. Пятно масляное, видите? Пятно. В общем... Ну так вот, показали мы это дело, за что лючок от клавиши Б. Клавиша Б — это починка корабля. Вот такие вот дела. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь везде, если где еще не подписались. И услышимся, увидимся. Тогда... Всем пока-пока-пока, ребят. 23-го точно будет сразу к новогодней. И следующую субботу уже у нас... Следующую субботу, я надеюсь, да. Всем доброго, всем спокойной ночи. Пока-пока. И удачной рабочей недельки.